решил пожарить колбаски с макаронами. Начал жарить колбасу. Вы не поверите, сейчас от света отойду. Она расплавилась. Просто расплавилась колбаса и превратилась в блин. Запах, конечно, паленой резины присутствует. Вот такую делают у нас теперь колбасу. Сейчас попробую еще. Вот, видите? Она как бы... Она просто как резина плавится. Очень вкусный продукт. Удивлен.